Хей, йога, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру по названию Секира. Так, окей, мы с вами прошли какие-то горы, где у нас вооруженные макаки. И там, короче, внизу у нас река, как я понял, зеленого цвета, либо это кислота, либо это сера. Одно из двух. Ну, как горы, скорее всего, это сера. И я вижу там макаку. Ну, у меня такое что-то предчувствие, что это будет типичный босс, да? Ну, скорее всего, да. Окей, давайте смотреть, что у нас есть. Давайте возьмем копья. Да, копья. И побежим. И побежим. Могу потом сюда вернуться обратно. Надеюсь, смогу. Надеюсь, смогу. А то будет вообще пиздец. Стойте, а вопрос такой, а у меня что по деньгам, что у меня по всему? Нет. Так, почти. Последний активный идол, ну нахер. Не, ребят, я понимаю, я просто за то, что мне как бы нужно сэкономить деньги. У меня 400 на руках, плюс почти левел ап. Поэтому мы делаем обычное дело. Блин, я посмотрел, там пипец у меня графика убогая стала. Почему она размывает? Алло. Ютуб, что с тобой не так? Нахера ты размываешь? Вот качественное видео, вот. Качественная картинка, почему ты размываешь, блядь? Это просто бред. Блин, это серьезно, блин. Блин, жалко. Так, ладно, давайте где сейчас переместиться. А, расколотая пещера. Давайте, короче, расколотая пещера, я посмотрю, где это. Если что, мы с вами пойдем вниз, где сера. Понятное дело, что это босс, это макака. Здоровенная какая-то макака. Но босс. Как бы то ни было. Что в этой стороне у нас? В этой стороне на нас напала змея. Что-то вспоминается. Окей. И че делать? Что-то сложно. Ладно. А как мне тогда... Пипец. Что за бред? Тяжко. Ага, у нас тут сразу. Ой, блядь! Я усрался. Как увидел меня, все. Чего? А я помню, она тогда упала куда-то. Ты ж тогда куда-то упала, макака. Как бы так спуститься? Я, в принципе, могу попытаться здесь спрыгнуть. Мне кажется, что у меня разобьется. Ладно. Здесь спуск есть где-то поблизости. Вон, мне туда нужно. Я помню, я как-то спускался. А, да, вот. Вот там предмет лежит как раз. Ой, и тут предмет лежит как раз.
Так, лекарство. Да, я, получается, сюда не спускался. Ой, там где-то орда макак. Да, все вспоминается. Что? Вы меня увидели через... Ну ладно. Посрать. Сейчас немного посрать. Глупая макака. Глупые манки. Бля, я не помню, в каком... Какой мультфильм смотрел, что там типа в конце говорится? Супер маленький. Ну это какой-то не русский был. Там кто-то есть. Там походу шаман какой-то. This is my drop. О, там торговец, алло, камон. Торговец. Ж так. Не, я вижу, что это что-то херовое. И что на это... Да. Это яд какой-то. Мертвые оленятки. А это умная макака, походу. Тихо. Ну что, здесь везде эта вода? Ой. Она плюс еще и притягивает. Ну давай, что у тебя есть? Купить все предметы. О, зеленая мшистая фляга. Покрытая мхом фляга с лекарством. При отдыхе запас лекарства во фляге пополняется. Лекарство снижает уровень яда, накопляющий в теле, и повышает сопротивление яду. Ну, не снимает активный отрицательный статус яд. Такие фляги впервые начали изготавливать те, кто обосновались в отравленных землях. Считается, что на тех, кто прожил там достаточно долго, яд... Рано или поздно перестает действовать. Количество использований 5. В хранилище... Ну, скорее всего, это безграничное, да, использование? Скорее всего, да. Блин, а можно было бы флягу купить? Блин, давайте я немного сейчас деньги пофармлю. Я на самом деле просто сейчас не знаю, куда мне идти. Как вариант, можно пойти на босса. Как вариант, можно пойти сюда. Я понимаю, там что-то херовое будет. Поэтому у нас два варианта. Либо пойти так, либо пойти на вход. Ну, у нас, смотрите, тут уже тоже два разветвления. Лево, либо... Не-не-не-не, я понял. Макака жестко. Ой. Почему на меня макаки нападают? Давай ты меня потеряешь, ты сюда все равно не залезешь. Ты меня потеряешь, я тебя убью. Пипец, у нас уже 10 минут прошло. Почти. Вот, все, видите, она меня потеряла, она уходит. А что ты сделаешь? А ты ничего не сделаешь, потому что ты меня не видишь. Сейчас она отвернется, я ее зарежу, может быть. Не, ну пипец, я фляги потерял. А я сдыхать не хочу, слышите?
Блин, на эскейпе же все у нас. Плюс у меня три этих, ё-моё. Да теряй меня уже, все из виду. Теряй, теряй. Блин, а почему он вообще сюда перепрыгнул? Вдруг у него что-то есть метательное. Но видите, у него как бы стамины-то много. И это вам не какой-то там рядовой враг. Это обычный враг. Но это сильная макака. Древняя макака белобрысых. Чё, она по воде идет? Чего, блядь? Что-то она долго какая-то. Как она вообще меня увидела? Начнем с этого. Так я вижу, и там вдалеке есть стоит макака. Что она делает? О, ну теряй меня, алло. Я вот... Они как, слишком видят какие-то... Внимательные, блядь. Просто понимаете? Я туда пошел, но он меня не видел, по сути. Вообще ни в какую. Не, о, ха, пацаны, а я знаю, что это. Кто посмотрел выше плеча, тому пизда. А не ниже, стоит, не, не. Так вот, блядь. Что, погнали? В эту тогда сторону. О нет, нахуй надо. Так я не понимаю, куда мне. Ну, что это за дерьмо? Чё это за дерьмо? Почему я не могу на дерево запрыгнуть? Алло? Что за убогая механика? Алло? Механика, работай! Неужели? Чё за убогство? Еле залез. А у меня больше никуда, да, не залезть? Сейчас он... Вот так вот я стану, он меня потеряет, я пойду заберу сначала то, что там находится. Но мне нужно по деревяшкам будет пойти. Не, ну просто это серьезно, типа я прыгаю, но я не могу зацепиться, какого черта? Секира, объясни мне, почему? Типа тут что, слишком туманно, или ты нихера не видишь? Меня бесит. Я убью эту макаку. Может сначала убьем макаку, а потом пойдем дальше? Потому что, блядь, мне это... Чисто вот эта макака у меня забрала 3 минуты моей жизни. Посмотрите, вот что она делает. Она просто идет спиной. Куда? А кто знает? Я не знаю. Зачем? Зачем делать таких долгих? Все, она видит, что никого нету. Отвернись. А я сейчас я узнаю, куда вот она пойдет, куда она встанет. Я ее пойду и убью. Но она очень внимательная. Она меня сразу мгновенно увидела, куда я шел. Но она и сильная. Но она тут одна такая. Хорошо, что она только одна. Вот это меня сейчас спасает, то, что она одна только. Я ее сейчас убью и пойдем дальше. Сколько за тебя хотя бы дают? А, ну за нее много дают. И плюс из нее вещи падают довольно неплохие.
яд бесит. Тяжелый кошелек тоже хорошо, потому что это много денег. Но смотрите, в принципе, обезьяны очень много опыта дают за нее. Плюс с нее выпадает драже. Две штуки сразу. То есть это тоже неплохо. Так, что здесь у нас? Макака с ружьем. Две макаки смотрят вдаль. Здесь никто не сидит втихаря. А, там несколько макак. Ё-моё, ладно. И кто меня видит? Там, блядь, еще одна эта макака. Ёбаный в рот. Блять, там еще одна сука была. А, я понял. Так, шар воскрешения. Так, мне теперь точно нужен этот. А главное, чтобы меня он не заметил. Заметить будет плохо. То есть мы с вами, считайте, уже прошли серые шахты. Он идет. Хорошо, что я скрытность вкачал. Вот не было бы у меня скрытость вкачана, он бы меня уже заметил. Так как он у меня третьего уровня, поэтому все нормально. Но видите, ему, допустим, ничего не наносится. Вот мне наносится. А сейчас он меня потеряет, он туда уйдет, я его убью. Не, ну место, да, все равно опасно из-за того, что тут типа яды. То, что серые травануться-то довольно сильно. Я даже не видел эту макаку здесь. Все. А, и из каждого и будет выпадать, да? Может, это просто сильный противник. Тоже как вариант, слушайте. Прикинь, я сейчас туда пойду, там еще макаки. Сейчас пропадет. Я пойду в другую сторону. Там тоже что-то было.
сейчас прочту. Сейчас прочнем, что мне дали. Так, гремучая ртутя. Очень ценный и крайне мощный вид пороха. Начинаются им патроны, можно использовать для взрывчатых улучшений высокого уровня. Этот порох сделает по чертежному рецепту секрет его изготовления одной из главных тайн министерства. Благодаря применению этого пороха армия министерства стала практически непобедима. Но это очень, видимо, очень хороший дроп. Не дроп, а это улучшение. Так, у меня денежка есть. Да, купить предмет. У меня 450. Нету. Что ж тогда сделать? Блин, я бы этот купил. А ну-ка, давайте я продам. Продать предметы. Один такой, 500. Ля-ля-ля-ля-ля. Нет, я, короче, не буду. Я куплю предметы. Я куплю, наверное, по одному, в хранилище 2. Редчайший предмет снова один из божественных. Желтый порох можно купить. Один. И дрожжина купить. Хотя давайте купим, наверное, противоядие. Ну, у меня их много, ладно. А третье, что там было? Поговорить. Эй, послушайте. Не заходите в эту пещеру. Там внутри старое святилище, где обитает змеиный бог. А если змеиный бог приготовит вас, вы уже не сможете покупать поношение, правда ведь? Скорее всего, он имеет в виду змеюку. Ну, в принципе... Погнали. Там, скорее всего, просто змея. Так. Ну, по опыту вам похуй. Смотрим, ищем. Так, вижу два предмета. Раз. Воу-воу! А, стоять, а мне нужно сохраниться. Мне нужно сохранить. Давайте я, короче, знаете, как сделаю? Идол. Последний активный идол. Чтобы время не тратить. По-быстрому, может, сейчас пойдем, я восполню себе фляги. Прокачаюсь. И дальше. Двинемся. И двинемся дальше. Так. Изучить навык. А что мне нужно? Мне вот это, да, нужно? Либо это можно попытаться получить. Блин. Я не знаю, ребят. Я бы вот это вкупил. Дает навык отшая сила, умение синой позволяет совершать дополнительный атак, применяющий эффект из меча развалит тихо. Но это когда мы юзаем что-то, да? Огненный наш. Лапан, божественные похищения. Но это, скорее всего, будет у меня это тратиться. Души тоже. Ладно, давайте, короче, нас собираем на вот эту. Чик-чик-чик-чик. Так, флягу восполнил. Фляга восполнена, все.
Значит, полетели. Значит, полетели. Значит, полетели, значит, полетели. Так. Готово. Он не мог, как и смотрите, все-таки ходит. Значит, они не одноразовые макаки. А это опасно, значит, уже. Кто на меня напал? Я вот это вот не увидел. На меня кто-то напал, это точно я видел. Вау, вау. Так а что это? Ай. Да ёлки-палки. Так я хочу понять, что это. А что это хотя бы такое? Какие-то теневые убийцы. Так, давайте я, наверное, все-таки сюда поставлю что-то.
А, тот упал. Она движется. Блин, а давайте я попытаюсь наверх залезть. А ну-ка. А он не прыгает. Он запрыгнул. А, тут змеиные глаза, походу, слышите? У меня плохое предчувствие. А могу, допустим, на тебя просто запрыгнуть? Мне интересно. Сейчас я тут пропадет. Ух, так это все, я понял, понял. Тихо-тихо-тихо, я понял. Слишком много яда. Слишком много яда. Так, хорошо. Допустим. Потрачено. Да ёлки-палки. Да сложно. Я понимаю, но все равно сложно. А, и что? Если я сдохну, я потеряю вот это все.
Тамакака? Тамакака. Я пытаюсь понять, что мне делать. Что мне делать, я пытаюсь понять. А, там нужно спрыгнуть вниз. Ага. Отсюда. Почему отсюда? Ну ладно. Все равно ничего не изменится. Все равно ничего не изменится. Ну да, ну да, ну да, ну да, ну да, ну да, ну да. Классно, 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 классно. Окей, окей, хорошо, хорошо, хорошо. Сделано. Круто. Сколько потратил по опыту? Прилично. Ладно, давайте тогда на этом закончу. Я быстро пробегусь по этой змее, быстро там пробежимся. Не буду никого убивать, просто пробежимся. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.